«Коли гарній людині погано – це блюз». Так музиканти характеризують сутність цього музичного стилю. В ньому можна почути і смуток, і радість одночасно. Як і в робочих піснях афроамериканців, які вважаються родоначальниками блюзу. Щоправда, сучасним його шанувальникам більше подобається версія про західне коріння музичного стилю. Можливо, тому що серед найвідоміших в світі блюзменів – Ерік Клептон, Рей Чарльз, Чак Беррі. А ще Rolling Stones, Led Zeppelin. Всі вони – виконавці композицій в стилі авторської імпровізації, в яких діалог між музичними інструментами не припиняється ані на мить. Свою інтерпретацію музики для душі та розуму у Вінниці представило суто чоловіча п'ятірка – Mojo Jojo. Така назва нестандартна. Ну, это очень такое интересное словосочетание. Мне понравилось Mojo Jojo. Вообще так произносят в основном жители такого южного острова Ямайка. Они так произносят «моя душа», говорят, «Mojo Jojo». Вот мне понравилось очень. Скажите, а вы выполняете всесвітньо відомі хіти? Ерік Клептон, наприклад, та інші відомі виконавці, ви не боїтесь їх виконувати? Адже ви берете на себе таку високу планку. Ви хочете чи переспівати, чи ви хочете щось внести, чи ви робите ремікси певні? Дело в том, что, допустим, тот же Эрик Клэптон, он изначально слушал блюзы Мадди Уотерса и более ранних блюзменов. Каждый на ком-то учится, это не страшно абсолютно играть чьи-то песни. Действительно, ну, их нужно для того, чтобы играть, их нужно чувствовать. Если у тебя есть ощущение песни, ты можешь ее сыграть и спеть. Если нет, то лучше даже не браться за это дело. Как вы считаете, насколько сейчас затребована клубная музыка? Ну, к счастью, что вот растет. Я вот замечаю, что с того момента, когда запретили азартные игры, в этих местах почему-то начали открываться клубы с живой музыкой. Вот. И в таких районах, Киева, то есть во всех спальных районах сейчас и замечаю тенденцию вот, открытия вот таких вот клубов музыкальных, живой музыкой. И постепенно мы вот сейчас, получается, живем в такое время, когда... Вот, молодежь, вот, получает, она узнает об этой музыке, потому что, к сожалению, при Советском Союзе этого не было. Это было запрещено, и многие об этом не знали. То есть это была кормежка какой-то музыкой, непонятно какой там, советской. Вот. А эта музыка, она качественная, она идет от души. Вот. Поэтому музыка – это супер. Вот. А ви змогли б зібрати великі зали, стадіони? І наскільки для вас важлива кількість публіки? Чи для вас важливо, яка саме публіка приходить? Дуже важливо, звісно, щоб публіка сприймала те, що ми робимо, тому що ну, формат заведений самый разный, допустим, если мы говорим о клубах каких-либо. Иногда мы играем, это больше фоновая музыка, иногда это в форме концерта, но, конечно же, интересно играть тогда, когда тебя публика воспринимает. Чаще всего публика благодарная в клубах, это что касается клубов. А стадионы тоже интересно, был и такой опыт, это фестивали, байк-фестивали. И очень это классно, это адреналин, очень весело, здорово, когда большая сцена, большой звук и много людей.
сыт.